Дмитрий вчера на одном канале сказал, что Вакарчук идет в политику, и это хорошо. Вы знаете ли, что Вакарчук – это голос Порошенко и рука Пінчука? Не знаю, наскільки це є правдою. Будь ласка. Якщо Вов дозволиш, в мене просто подібне питання. Я лише допомню, Інгвар Казіус питає. Так само він каже, що партія Вакарчука – це загримована партія Порошенка. І таким чином, за рахунок високого рейтингу Вакарчука, колишній президент, екс-президент хоче впливати на українську політику. Хоча ми розуміємо, так. Будь-якого рейтингового політика починають чорнухою обклеювати. Давайте муха ділимо від котлет. Mm-hmm. Святослав Вакарчук – блестящий, видаючийся поэт, композитор, исполнитель, символ целого поколения украинцев. Я считаю его гигантом, ну, в одном ряду с самыми выдающимися артистами и выразителями общественного мнения. Он, безусловно, и один из лидеров общественного мнения в Украине. Это в плюс, в минус. Будучи очень тонкой артистичной натурой, и я считаю, что в политике он не добьется успеха. Это мое мнение. Потому что это не его. Мы это уже видели, когда он был в Верховной Раде. Он ушел оттуда, потому что он понял, что это невозможно. Он 24 августа прошлого года был на таком пике, вот когда он собрал стадион олимпийский, и все ждали, ну... Ну, не ну. Перетримав. Потом опять, вот-вот, вот сейчас пойдет, нет. Еще нет. Ну, много фальстартов. Мое ощущение, что он очень потерял в рейтинге, Святослав, очень потерял. Мое ощущение, что он, хорошо, что он идет, сейчас объясню почему. Он много не наберет. И почему хорошо, что он идет? Я хочу, чтобы он прошел. Он добьет уже силу Порошенко и заберет голоса окончательно у тех, кто по ошибке проголосовал за Петра Алексеевича. В этом его историческая миссия. Успеха в политике он не добьется. Я прогнозирую, что, зайдя в Верховную Раду, он оттуда уйдет. Просто якраз багато засобів масової інформації писали про те, що нібито розглядається можливість того, що сила Вакарчука може стати таким запасним аеродромом для окремих людей з блоку Петра Порошенка. Представьте себе, що Святослав Вакарчук, чоловік чистий, як сліза, включив в список своєї збирательної сили людей, які запятнали себе дружбою або общим бізнесом, або політичним союзом з Петром Порошенком. Но это ударит по Вакарчуку. Ну, представьте, что там появятся люди из окружения Порошенко. Ну, все. Поэтому вот вам и ножницы. Ну, тобто, гарна риса того, що йде пан Вакарчук на вибори, це те, що він забирає відсотки з електорального поля Порошенка і, конечно, можливо, завадить тому потрапити до парламенту. Конечно. А гарна риса – це те, що він надовго там не затримається і, можливо, взагалі сам не піде до парламенту, а просто заведе свою політичну силу. Я вірно зрозумів, чи ні? Да, мені кажется, я його розумію, він абсолютно чоловік іскусства. Он, люди искусства, которые создают такие произведения, которые создает Вакарчук, попробуйте создайте такое, это же Бог нашептывает что-то. Они иначе мыслят, иначе живут, они не способны на компромиссы с совестью какие-то, и они взбрыкивают периодически. И если он почувствует себя не в своей тарелке, он взбрыкнет и уйдет. Поэтому мой прогноз. Вакарчук зайдет в Верховную Раду, заберет голоса у Порошенко, не допустит Порошенко и его силу в Верховную Раду нового созыва и оттуда потом уйдет.